Ох, какая красота, да? Ого, скандал, 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 дядька с тремя собаками. Ой, красотища. Эй, что тебя обижают? Ох, и красота. Ну да, сейчас посмотрим. А, там идет на этот, на посадку. А ну-ка. Ух, огромный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еще можно увидеть. А нигде, только в Миннеаполисе. Вот тут пошел на взлет. Сегодня они с этой стороны приземляются, а взлет идет в ту сторону. И тут с самолетами про свою собаку забыла. Ага, он развернулся. А, он красавчик едет. Смотрите, что там написано. Thank you. Класс, да? Ну что, погнали. Магия, да? Подъезжает. А вот там еще какой-то идет на посадку. Видно? Ну и, конечно, куда же мы денемся без полос наших на небе, да? Видно, да? И это никакой не конверсионный там след, или как оно называется. Вот летит вам самолет без следа, а там вот прям полосы, вот они расползаются. Сейчас будем Сеньку провожать. Ой, просто кайф сегодня. Такой красивый день. Смотрите, какие облака. Ой. Так, развернулся. Сейчас начнется магия. Я не разбираюсь в моделях самолета, поэтому я говорю, маленький, большой. Я не пилот. И не стремлюсь к изучению этого. Сейчас прям над Mall of America взлетит. Ух, красота, да? Вообще класс. Ну, красотища. Так, что у нас там? На посадку никого нету, да? Ну, все, такой вот будет сегодня. Короткий репортаж 21 августа с...
аэропорт Миннеаполис-Сейнт-Пол. Погода чудесная, немножко влажность, но на самом деле все круто и здорово. Вон там чартер полетел. Желаю всем хорошего дня. Самое главное, хорошего настроения и позитива. Пока-пока.